Так, вот появилась нормальная работа. Забросил я свою кухню. Принесли вот такую плешню. Сделать для нее ручку. Выточить на станку. Ручка сама будет без... Ну, сказали на мой рост. А как на мой рост, значит, я беру, забиваю плешню сюда. И она пока здесь стоит. Я уже поставил на станок заготовку. Вот с этим будет потруднее. Снимать и точить, это, конечно, не знаю, как у меня получится. Если что-то получится, ну, в общем, буду показывать. Сейчас она вся такая вот граненная. Нам нужно сбить грани. Грани буду сбивать вот таким резцом. Как это будет, сейчас покажу. Вернее, попробую показать. Беру вот такой резец. Затягиваю, проверяю. Ну, нам нужно сейчас моя забота в том, чтобы вот эта заготовка стала круглая. А потом уже будет совсем другой разговор с ней. Существует у меня маленькая хитрость. Дело в том, что когда станок работает, не всегда видно, что вот, ну, мы добились, вот чурка стала вот такая круглая со всех сторон. Значит, я в этом месте проточу до того состояния, пока наша чурочка станет вот такая, ну, везде круглая. Вот здесь, как видите, дальше уже еще грани. Теперь я буду точить уже дальше по этому размеру, чтобы здесь было как здесь. Если здесь уравняется с этой частью, это уже говорит о том, что чурка наша одинакового размера, то есть круглая тут и тут. Когда точишь вот такие детали, то есть когда заготовка больше метра, существует, многие сталкиваются с таким неприятной вещью, когда наша заготовка начинает вот так туда-сюда ходить, когда мы ее обрабатываем вот таким резцом. Тогда нужно менять сам стиль заточки, но нужно менять резцы, то есть этот резец мы ложим в сторону и берем вот такой косяк и точим вот так. Ну, примерно, я вот здесь, видите, уже начал подточить, потому что она уже начинает, наша заготовка, вот так ходить туда вверх-вниз, и если мы будем ее точить вот этим вот резцом, то иногда бывает такое, что заготовка из круглой становится эллипсообразной. Но это происходит, я еще раз скажу, из-за того, что заготовка очень длинная. И она в процессе обработки ходит вот так вот туда-сюда. Значит, я же еще раз скажу, значит, нужно менять сам резец и брать вот такой косяк.
Как видите, она косяком неплохо точит, даже чистее, чем шкрябать. А здесь мы просто режем. Сейчас вот будет очень сложный участок, подлючий сучок, сука, на самом лучшем месте. Ну, что ж тут поделаешь? Короче говоря, сейчас камеру вообще выключу, пока этот участок не ну, а потом уже вам буду дальше показывать свое. Вот такой косяк. Главное, чтобы он был острый. Это самая нужная предпосылка, потому что вот видите, здесь сучок. Он его кое-как погрыз. И если бы резец был тупой, так он бы его и так не погрыз. А так оно еще наждачкой зачистится и будет ляль. Для лучшей работы, если вот такие проблемные места, ну там сучок или что, то сначала можно вот так сделать. Вот видите, она вот так ходит. Если бы я резал вот этим вот резцом, то было бы ни хрена бы мне не получилось. Это уже прошел я не раз. И вы уж простите, что я вам не показал весь процесс, потому что аккумулятор разрядился. Пока как аккумуляторы заряжались, так я уже вот сделал. Что я сделал, как эти полосочки делать. У меня есть видео, так что ссылка будет в описании, если кто захочет, там посмотрит, увидит. Здесь ничего такого сложного нет, и как шлифовать тоже есть. У меня видео, ссылка тоже будет в описании. Ну, тут я оставил только, чтобы показать, как буду ручку, вот ручку еще нужно будет сделать, вот ручку и все. Так что ручку покажу, как буду делать, а все остальное уже вы извините, я уже все сделал. Ссылка, я еще раз повторюсь, ссылка будет в описании, там у меня есть видео, где я показываю, как шлифовать и все и тому подобное.
Так, вот как-то так. Сам процесс, еще раз зашлифую здесь, сам процесс насадки на вот тот колон показывать не буду. Если уже как насажу, так покажу, что получилось. Так, ну что, ледоруб я сделал. Вот он у меня какой получился. Вот такой отверстие для веревочки прокрутил. Конечно, еще раз говорю, это сосна, а сосна для таких вещей не годится. Ну, годится, но не очень. Лиственные деревья для этого лучше годятся. В общем, ну, у меня нет другого дерева. Вот приходится вот таким из такого делать.